количество обращений к психологам будет расти. Это характерно по всем динамикам, которые мы видим. Сложность работы увеличится. Сложность диагностики увеличится. То есть на самом деле нас ждут времена, с одной стороны, непростые, с другой стороны, очень интересные. И самое главное, мы действительно окажемся перед задачей спасать большое количество людей, семей, судеб там, и так далее. В этом есть и миссия, и очень важное наше дело.